Сначала хорошая новость. В мире все отлично. В России идет гражданская война. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Халед Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит за ним. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. Рад тебя видеть, дружище. Ты знаешь, что делать. Отправляйся на первую позицию. Прицелься и стреляй по мишеням. Прицелься в мишень, Соуп. Отлично. Теперь стреляй по каждой мишени. Целись через прицел. Чудесно. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Теперь я закрою мишень фанерой. Ты должен попасть в цель, пробить фанеру. Отлично. Пули пробивают дерево. Гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Отлично, дружище. Теперь возьми из арсенала пистолет. Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Вытащить нож можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Ударь ножом по арбузу. Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. Капитан Прайс желает тебя видеть. Он новичок, сэр. Полегче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соуп. Соуп, пора проверить твои навыки ближнего боя. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас Газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Заберись по той лестнице. Бери МП-5 и 4 световых гранаты. По моему сигналу, ты должен спуститься на платформу и тут же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Как только будешь готов, хватай веревку. Пошел, пошел, пошел! Огонь! Позицию! Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! На четвертую позицию! Огонь по мишеням! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Пошел! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! Позицию! Беги до финиша! Неплохо, Соуп. Но можно было и лучше. Если хочешь попробовать еще раз, забирайся по лестнице. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет в 02:00. Вольно.